Так, я вам диски передам. Нет. Есть еще? Но мы встретимся сегодня. Зайдете, да. Обязательно. Нет. Удачи. Там есть песни? Всем привет! Сегодня проходит ежегодная премия «Светлое прошлое», и сейчас мы готовимся к концерту. Мы находимся у красной дорожки, сейчас здесь будут различные знаменитости и гости премии. Золотая женщина, вообще золотой человек, душевный. Если надо, что-то подскажет, скажет. Ну, с ней не было сложно общаться, что-то. Она говорила, все нормально, все хорошо. У нее всегда было все под контролем. Вот и подошла к концу ежегодная 11-я премия «Светлое прошлое». Нам всем очень понравилось. Было очень интересно, весело, задорно. Увидимся в следующем влоге. До свидания.